русский ресторан. Это традиционная корейская капуста, кимчи и блюдо из морковки и грибов. Чайнатаун Маркет. И начинается непременно с риса. Вот его сколько. Чтоб немало было. Чайнатаун Юта. Представленная, например, выпечка, деликатесы. Вот, например, различные сладости, вкусности. Цену видно. Булочки, типа такие, как печенье. И мягкие японские спанчкейки, кастелла. Например, jasmine rice. $40 мешочек. Здесь 50 паундов, ну примерно 24 килограмма. Это банановый хлеб. Хлеб из банана. Стоит $7. За эту пачечку. Панчкейк $3. И можно под пиво. Печенье Орео и личный бренд Японии Hello Kitty под различные сладости. Это магазины, что они украшены такими традиционными такими фонариками красными. Раньше я видел, они из бумаги делают, а это, по-моему, синтетические. Тут представлены различные чипсы, крекеры, печенье, поки-палочки шоколадные. И различные такие вот закуски. Традиционные азиатские грибочки сушеные и различного рода консервы с кокосовым молоком и вот даже большие банки корейской
капусты, напа, кимчи. Стоит 19 долларов. Большая банка. Литров на 5. 3,3 килограмма. Поменьше. То есть на любой вкус, на любой цвет. Различные острые супы. Рисовые различные блюда. Такие вот. Окей. Я знаю, что это за фрукт такой. Это джекфрут. Он внутри напоминает жвачку Бруклин. Вот, липкий, но очень вкусный. Стоит 0,89 за паунд. А это Dragon Fruit. Фрукт дракона. Вот. 3,99, ну 4 доллара за паунд. Фуджи Apples, яблочки. Чего здесь только нет. Это тофу, который очень любит лапша, нудлс, лапша в больших количествах. Вот из этой капусты делают кимчи. Представлено такая вот с упакованным виде. И бананы представлены. Представлены кокосы. Японская сладкая картошка и другие виды картофеля. Любители яиц. Это для любителей, так скажем, веганов. То есть не мясная, а заменители различные. Ну, это дуриан. Различные морепродукты. Масага японские. Суши. Чего
красные, на самом деле эти нарезки и предложенные куриные, например, 5,67 куриные лапки, 3,79, 4 куриные ножки, крылышки. Это утки и куры. Различные коренья, о которых я даже и не имею представления, к сожалению. Представлена говядина. Свинина. Ножки. Сало. И далее по списку. Очень много. Это утки замороженные. 4,29 за паунд. Ну или за фунт. Различные вот растворимые супы в большом количестве. Здесь можно наесться не только по-китайски, по-японски, корейски и так далее, но можно и отведать европейскую кухню, европейские ценности, так скажем. Ну а это опять фунгус, рыбы такие сушеные. В широком ассортименте. И опять Hello Kitty, и опять растворимая лапша, рисовая и пшеничная, острая и простая. Это лосось, сочный лосось. Это мед и различные сухие добавки, травки для чая, специальных напитков, которые по утверждению некоторых специалистов увеличивает мужскую силу, бодрость, силу духа. И мед. Чай жасминовый. О, сколько. И снова лапша. Получается, как бы навешиваем лапши много. Крутим. Это рисовая лапша. Я называю еще стеклянную, она вкусная довольно. И соусы. Соевые. И грибочки сушеные.
это различные сладости представлены, жвачки и конфетки. Игровые автоматы. Это в кафе. Тоже различная выпечка представлена для чая, кофе, молока, напитков различных. Широкого ассортимента.